Тебе пришел конец. О, привет, чувак. Разве ты меня не видишь? Нет? Ну, правда, это не весело. О, о, круто. А ты знаешь, что есть некоторые проблемы с ними? Да, я все знаю. Но ты тупой. Я собираюсь тебя прикончить, чтобы тебя не было. Ах так, посмотрим, на что ты способен. Стоп. Ах! Ах ты! Ты меня все равно поплачешь. Надо быстро валить! Огонь! Ха-ха, живи тут. А я бегу отсюда. Фу. Пока не поздно. Надо остановить. Видите этих врагов? Опа, кого-то убили. Не зря же так, я же направился в этим путем. А, за что? На, получай! А, на тебя, получай! Надо быстро валить! А. Но все равно по мне... 2 минуты спустя. Фу, наконец-то я выбрался. Осталось найти только друзей и моих ребят. Но это еще не все. Чувак, привет! Здорово! А ты помнишь, как все это? Давненько не виделись. Да, мы помним. Да, это еще в толк. Мы с ними их проучим. А то. А помнишь, закачаешься? И чё? И видишь, сейчас покажу. Ха-ха! Ха-ха! Ах! Лай еще вернется. Посмотрим, как у них сработает. Быстро уничтожить этих врагов. Слушай, привет, как там у вас? Все хорошо. Быстро, зовите их! Быстро, хвалите их! А? Быстро, хвалить! Нет! Неплохо так бахнул! Быстро! Кажется, все сработало. Никс! Молли! Я давно вас не видела. Да, я тоже вас не видел. О, смотрите, я стал в норме. О, а ты еще тут. О, бык, привет, как дела? Как дела? Хорошие новости у нас. У нас вернулся командир, но плохие новости. Лай сказал, что он уничтожит мир на три дня. 3 дня? Откуда вы все это узнали? Мы говорили с Лай, и он сказал, что уничтожит весь мир раз и навсегда. Да ну, это не верится. Ладно. Ну ладно. Настало время проверить этих джинсов. Да здравствует новый король!
Ха! Быстро уничтожить их! Настало наше время! Mm-hmm.